Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия, родственники наших военнослужащих. Работа по оказанию мер социальной поддержки, определенных указом главы Республики Саха-Якутия, продолжается и уже перешла в достаточно системную, имеет системное основание. Сегодня материальная помощь, а также помощь, которая связана с выплатами по компенсациям детских садов, школ, она практически доведена до большинства получателя. Об этом свидетельствуют и обращения граждан на горячую линию 122 и в группу помощи в Телеграм. Последние 3 недели у нас и уменьшились вопросы по денежному удовольствию и по региональным выплатам. Они практически перестали поступать. Есть ряд вопросов, которые сегодня можно объединить в несколько категорий, которые поступают сейчас и обсуждаются в группах Телеграм. Это прежде всего относительно помощи, такой в большей степени даже моральной поддержки тех семей, в которых мужья, сыновья, братья находятся в зоне специальной военной операции. Вообще нужно обратить внимание на то, что в телеграм-группах поступило порядка 10 тысяч обращений, большинство из которых решены органами местного самоуправления. Практически основные они требуют решения как на республиканском, так и на федеральном уровне. Мы стали больше получать вопросов по восстановлению утраченных документов. Здесь тоже налажен достаточно четкий механизм. Кроме того, по сопровождению раненых в госпиталях Москвы, Ростова и Хабаровска. Также поступают обращения и по розыску военнослужащих. Чаще всего обращаются родственники с такой просьбой, если военнослужащий не выходит на связь. Необходимо учитывать, что в целях безопасности самих военнослужащих в зоне специальной военной операции действуют ограничения по использованию средств сотовой связи. Между звонками близкими могут быть и длительные перерывы. И при наличии веских оснований принимаются все возможные меры по розыску. Все обращения поступающих в группы отрабатываются и, соответственно, все главы по заместителям глав по социальным вопросам, а также главы муниципальных образований направлены их действия сегодня для того, чтобы окружить заботой наши семьи военнослужащих.